Привет, Сремаши, это исследователь. Ролик про магазин Народный. Это такой был поганый магазин. Ну, наверное, он и есть около Ладожской, где грязно, там снимать не давали собаки. Что человек может снимать, и, естественно, полиция, прокуратура не помогали, потому что они такие же бандиты. И они построили второй магазин в Невограде. Может, арендовали, я не знаю, не построили, как они там сделали магазин около метро, проспект Просвещения. Его я тоже посетил. Не хотел я как бы его посещать, потому что, ну, как вы понимаете, там вот уроды ходят и хватает людей, которые снимают, бить их начинают. Конечно, что в такое место неохота ходить. И ничего им за это не будет. Но сходил. И это магазин получше, чем Ладожск, чем на Ладожской. Вот вы видите. Улица Хашимина, дом 14. Ну, не знаю, я там снимать не пытался. Не знаю, как они там нападут или не нападут. Так магазин получше. Здесь вы видите огурцы. Уценка там мега дешевые, 6 рублей. Но они стухшие уже. Вот такие не покупайте. Там были за дешевые за 15-20. Их можно купить. А это уже сгнившие. Ну, на жадность я попался. Салат, морской котик. Ну, трава. Водоросли на любителя, палочки, ну, рыбы там нифига нет, барахло, чипсы нормальные, картофель, ну, зашибись, цена 8 рублей, картофель нормальный, не гнилой, томаты, помидоры 36 рублей, круто, везде по 70. И томаты бакинские, это были розовые, перед этим 30, ну тоже круто. То есть помидоры, цена отличная. И они не мятые там были, ну то есть были и мятые там, пока коробки кидают, ну так, вполне нормальные. Не то, что там, которые через день сгниют, я их не успел снять. Но вот чек я снял. Вот такой магазин, ну цены, конечно, картошка, помидоры круто, молодцы. А, было две кассы картами платить. Одной что-то сломалось из там 12 касс. И стояла очередь огромная. Человек 20 с картами. Но это ужас. Это как обычно к этому руководство там спятившее. Деньги у них есть, а ума нету. Но сходить можно. Если за картошкой с помидорами. Так. А, еще кофе вроде был недорогой в пакетиках. А, семечки еще были, как-то я раз покупал. Тоже раз в два дешевле. Такие же, чем в других магазинах. На этом все. Небольшой обзор магазина Народный на Хашимина. Пока. Подписывайтесь.